И всем привет! Сегодня мы будем играть в Sunday Surf. Моя сегодняшняя цель — пробежать как можно больше без всяких усилений. Например, как с доски. И, например, на пути встречаются всякие двоители, фигни какие-то. Вот именно без этого полностью. Ну, может, я буду иногда задевать некоторые. Где-то магнит какой-то, ну, может быть. Наверное, это последнее видео про Sunday Surf. Прошлое очень-очень сильно не зашло. Значит, полностью не зашло. На нем набралось всего 2 просмотра. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, и мы погнали. За мной бежит жирный охранник. Не знаю, почему его еще... Как он так прыгает по поездам. Понимаю, я молодой, красивый. Но он старый жирный охранник. Нет, я не хочу подбирать. Про букву я ничего не говорю. Кто таким? И про кристаллики. Или это айсберг. Или что это вообще такое? Кстати, а как поезд выехал? Так. Меня опять начал преследовать жирный, толстый, безмозглый охранник. От него уже рельсы ломаются. Втройне. А то еще... Ой! Фух, чуть не подобрал эту прыгалку. То бы улетел бы в небо далеко и надолго. А то и навсегда. Не то, что надолго. Навсегда улетел. Так, уже 50 тысяч пробежал без всяких усилений. Если вы увидели, что я подобрал усиление, хоть одно нечаянно, то пишите в комментариях. Опа, я его не подберу. Я врезался. Я все-таки не буду тратить ключи. У меня 4 ключа всего. Так, 60 тысяч. Ну, можно и 200. Попробуем еще раз. Опять за мной погнался жирный, толстый, безмозглый охранник. Хотя жирный и толстый — это одно и то же. Просто жирный, он более жирный, а толстый, он менее толстый. Гениальная фраза. Допустим. Сейчас я за оленя какого-то бегу. Этот олень. Кстати, а где твое стадо? Эй, олень! Олень, а где твое стадо? Почему ты не с ним бежишь? Вы же олени вроде бы со стадом бежите всегда. Или без. Иногда без стада. И вообще, что олени делают в городе? Откуда олень в городе? Видите, олень, ходящий на двух ног с руками. Что-то странный олень. И вот прямо так и кажется. Олень бежит в городе. Без стада. Нет, я нечаянно взял эту прыгалку. Хотя, в принципе, не так уж и страшно. Усиление-то я не подобрал. Не успел среагировать на этот... А вот сейчас я снубил. Так. О, бокс, доска. Тут что, шапочка.
62 тысячи. Но я знаю, я могу пробежать и больше. Я могу пробежать как 100 тысяч чем-то. Может, до 200 дотяну. То что-то всего 60 набираю. А вот сейчас было опасненько. Я чуть специально не врезался. Какой-то активировать доску и забрать ту штучку. Ну нет. Это противоречит... О, ключик. Кстати, у меня вопрос. Как поезд оттуда выехал? Тут какие-то поезда-призраки через предметы проходят, наверное. Вот я еще видел, например, тут едет поезд. А тут, например, я прыгну через барьер. И он как-то проезжает этот барьер. Как думаете, не странно ли? Поезд проезжает барьер. Может, это призрак поезд? А не обычный поезд. Может быть. Но это не точно. Так. Так, сколько я тут? Магнит, я тебя не подберу. Нет, я кристаллик пропустил. Думаешь, это усиление? Ладно. О, джекпак. Зловещий джекпак. Благодаря нему. Так, не сейчас. Продолжить. Фух, я еле-еле выжил. Еще бы немного, я бы просто умер. Я ненадолго приостановлю камеру. И продолжаем. Так. Побежали. Ой, чё? Не понял. Потрачу в таком случае один ключик. Всё, побежали далее. Побежали. Чего? Поезд проехал через поезд? Гениально. Какие-то поезды. Ой, нет, я нечаянно удвоитель взял. Это самый сильный буст. Тогда в конце, когда мы добежим, я отниму 10 тысяч очков специально. Нет, прыжки. Так, все. Фух, подлагивает. Коварный магнит, я тебя не возьму, я тебя не взял. Ура! Да. О, нет, я тебя не возьму. Я не хочу в конце отнимать мне еще 10к. А уже ускорено все. Нет, магнит! Хотя магнит не такое уж и сильное усиление, если так подумать. Потому что это, можно сказать, просто. Я собираю магнит. Монетки. Нет! Мне еще в конце придется отнимать. Мне в конце придется отнимать всего 20к. Я тебя не подберу, а то 30 придется. 20к. Ну, если так подумать, я уже пробежал. Жал 200 тысяч без всего. Нет! Еще 10к отнимать! Пробежал только... Так, я пробежал 250 тысяч. Ну, магнит не считается. Так, 250 тысяч. Ну, я пробежал на самом деле 230 уже, потому что это... Ну... Поняли, короче, на циферке. Надо посмотреть. Так, магнит при крайнем специально я подбирать, конечно, не буду.
Только если случайно. Так. По вагонам прыг-прыг. И от жирного негодяя. Прыг-прыг-прыг. Не знаю, почему охранник еще не выдохся. Подожди, он вообще не должен выдохся. Он уже должен похудеть, не знаю как. Он должен стать каким-то мегастройным. Каким-то ультра-мегастройным, накачанным с прессом и с накачанными ногами человеком. А то он остался таким же жирным. Вот что это за жирдяй за мной бегает? И как он столько бегает? И как наш персонаж столько бегает? Он что, чемпион мира? Походу на то, что они чемпионы мира. Я врезался. Сколько я пробежал? Сейчас я посмотрим, сколько я пробежал тут. $354,000. Получается 324,000. Потому что я сказал в конце отнять. Так. Так. Пошли. Дополнительно. Зачем мне это? Так, ивент. Что тут в ивент? Зачем мне ваш ивент? О, подарочки. Теперь понял, зачем мне ваш ивент. Так. Тут ничего нет. Так. Что тут? В магазине. О, бесплатный подарочек. Что же? О, Исландия. Монета события. Исландия! Так. А вот доска. Что тут в досках? Ускорение. Понятно. Это суперскорость, а это ускорение. Я понял, что это такое так. Понятно. На этом, я думаю, мы будем заканчивать. Сегодня это короткое видео. Тогда я прощаюсь с вами. И всем пока-пока.